Бургер Кинг доставляет Гауду, Блю Чиз, пармезан, сырный соус и 100% мраморную говядину. Заказывай Ангус 4 сыра с кэшбэком в приложении Бургер Кинг. Парень, мужчина, здрасте, как зовут? Виталий, видишь, как сразу получается? Виталий, а ты с кем пришел? С женой пришел. Ты как, давно запланировал поход этот? Давно? Насколько давно? Месяца два назад. Как только увидел. Все, здорово. Так, хорошо. А ты работаешь или нет? Кем? А? Строишь дома каркасные, мангу продаешь. И одежда? Манго? Манго в этих домах ты продаешь? Все, всем на свете занимаешься, короче. Всем понемножечку. Ладно, пока, Виталь. Я такой... Ну что, нормально, не затупил. Просто неинтересный ты, что я тебе могу сказать. Просто ничего хорошего. Уже, я же тоже проехал много городов, тут тоже не твоя вина. Я проехал уже там таких Виталиков, ну ё-ты-май, ну сколько. Строю дома, манго, ну и что, блядь, уже неинтересно. Может, кто-то есть интересный? Как зовут? Максим, ты чем занимаешься? Программист. Ну вот видишь, блядь, пересядь к Виталику, нахуй. Программист Виталик. Еще знаете, в чем ошибка? Я же хожу по первым рядам, спрашиваю по первым рядам, потому что, ну, типа, вроде как, а если там спросить? Ну, там, конечно, блядь, там лучше не давать, конечно, разговаривать. Есть последний ряд, а не балкон, да? 19-й, здорово, втроем на 150 рублей, бля, вот вы нормально залетели сюда, круто. Как зовут? Моника? Видите, сколько мы теряем, когда не спрашиваем нищебродов, представляете? Как... Моника. Ну тогда кем работаешь, скажи. Просто время уж 8:30, не пора? Но это чисто стереотипы, мы отталкиваемся. Я ж тебя не знаю, видишь? Если бы я тебе в лицо говорил, то было бы обидно. Я ж не знаю, кто ты. Я ж не понимаю даже, кто ты. Поэтому, пожалуйста, здоровья. Я просто... Это чисто... Как? Сфотаться? Не надо. А, ты себя? Сфоткай себя, если хочешь. Не, в смысле, не то, чтобы... Я не могу сказать нельзя. Ну, как ты себе представляешь? Сейчас ты, блядь, пойдешь полдня, блядь, сюда. Потом на маршрутке, блядь, обратно ты поедешь. Ну, хорош. Найдешь в интернете, там полно фоток, блядь. Посмотришь. Я такой же. Как и везде. Моника, а ты с кем пришла? Она тоже. Она что? Она кто? Снежана какая-нибудь? Ты Снежана? А чё вас рассадили? Вот разные ценники, да, какие бывают, получается? Кому-то туда, кому-то сюда. Здорово. Сейчас, Моника, на секундочку. Не переключайтесь. Снежана, где Снежана? Вы Снежана? Здорово, как вам вообще? Свой салон ортопедические подушки. Слушайте, интересно, а получается, свой салон ты сама и придумываешь эти подушки? Вот это по подушкам шарить должна, конечно. Да? Снежана в подушках разбирается. Там надо же понимать, как что положить куда. Хорошо, фамилия. Ну, давай, как вот, Снежана? Ну, вот Снежана, понятно. Не Морковкина, блядь, какая-нибудь. Ну, надо же. Должно быть красиво, да? Красиво у тебя получается. Снежана тоже не подходит ни к чему. Снежана подходит, когда просто Снежана. Без ФИО, просто И, блядь. Как получается? Снежана Сергеевна, нормально пока. А фамилия? Ушакова? Ушакова Снежана Сергеевна. Ху, когда устроишься, да, получается? Понятно. Так, но ты Монику не знаешь. Ты с кем пришла? С Дианой. Диана совладельца. Диана, Снежана, Моника. И вы вдвоем. А где ваши какие-нибудь? Кто-нибудь какие-нибудь ваши? Ну, мужья какие-нибудь. У вас в доме. Расстроился, что не пришел он? А хули он не пришел тогда? Просто Диана не купила твоему мужу билет? А с каких-то хуев она должна ему билет купить? Диана, здрасте. Как получилось, что вы не купили ее мужу билет? Не подумал о нем, действительно. Что вы несете? Понятно. Так, Моника, а ты подумала, и ты пришла, получается, с кем? С своей подругой. Как ее зовут? Аннуша? Вы будете, блядь, выдумывать весь вечер?
Я столько блядских имен не слышал за раз. Уже сколько... Ну и вы что? Хорошо подрочил перед концертом, а то бы... Ходил бы здесь сейчас. Ладно. Хорошо, хорошо, хорошо. Как зовут тебя, парень? Генрих? Это он уже веселит, веселит, веселит. Молодец мой. Не, если правда, то ахуй, конечно. Но, скорее всего, просто подкованный парень, да, с юмором, все понятно. Да? Ты решил всех развеселить, верно? Нет? Клянешься. Как тебя зовут? Генрих. Киваете, девушка. Тебя зовут Генрих. Ты что, вы что, ебанутые, правда? Мы где, в Монако, блядь, что ли, выступаем? Шлюхи, графы, блядь, вы чего? Мы где все? Это Новоси, блядь. Здесь Виталя в ахуях сидит уже. Вы чего? Так нельзя. Как это так? Мы ни одного не видели больше. Генрих, ебать. Ебать. Где лошадь, блядь? Что происходит? Почему? Ты чего? Как так? С кем ты пришел? С женой. Давай, говори. Как? Изольда кто там, я понимаю. А? Маша. Просто Маша. Маша. Маша, жена Генриха. Хорошо. Как Маша нашла его? Лягушку поцеловала какую-то, блядь. И получился Генрих? Как вышло? Генрих, отчество можно узнать? Генрих Александрович. Батёк выебнулся, конечно, знатно. Как вы сошлись? Как жить с Генрихом, я вот в этом плане? Он подошел ознакомиться? Ты подошла, он понравился тебе. Ну, потому что у него такая красная вот эта хуйня, вот эта вся. Охотничьи собаки его несут, блядь. Ну, конечно, прикольно. Базар ноль, прикольно. Вы где? Ну, где ты его увидела? В клубе. Ну, вот все, вы в клубе, когда вы в клубе, чиксы танцуете, и Генрих там, блядь, все нормально. И ты подлетаешь такая, один здесь отдыхаешь. А там его свита, шуты, блядь, они все такие, типа... Отошли подальше. И все, и с утра вы просыпаетесь, да, скорее всего? Или не было такого? Не было, нет, конечно, все, извините, я так подумал просто, мало ли. Не вы же, Моника, правильно? Ну, хорошо. Все, получается, что вы как-то вы начали встречаться, и ты такая же, ну уже, ебать, уже все. Уже раз уже подошла, уже теперь, значит, и Генрих пусть будет. Живете где? В квартире. Не в замке, нет, все, я понял, да. Дверь в квартире открывается вот так, не вот так. Вы не хуярите в эту квартиру? Нормально. Все, хорошо, пойдет. Прикольно. Работаешь, Генрих? Нет? Нет? Ну, конечно, зачем?